Привет, друзья! Сегодня я рад приветствовать вас на своем канале, где буду рассматривать 10 пошаговых стратегий. Если вы любите умные игры, которые требуют стратегического мышления и позволяют вам развивать свои тактические способности, то вы попали по адресу. В этом видео я поделюсь с вами 10 лучшими стратегическими играми на ПК, которые запросто могут занять вас на долгие часы. И перед тем, как я начну, напомню вам о том, что игры можно приобретать не только в Steam, но и на сторонних ресурсах, где цены вас приятно удивят. Ссылки в описании. Miyazima Chronic Slice – стратегия с пошаговым игровым процессом, предлагающая детально проработанное окружение и переносящая нас на просторы научно-фантастической вселенной. Представьте себе сценарий, в котором планету внезапно атакуют инопланетные силы, полностью уничтожая былую Америку. Зловещий вирус, распространяющийся с необыкновенной скоростью, стал орудием этой инопланетной угрозы, не оставляя никаких перспектив для будущего человечества. Но мы можем взять на себя роль отважного героя, который объединился с верным роботизированным спутником, чтобы исследовать разнообразные локации, добывать ценные ресурсы и отыскивать подсказки, которые прокладывают путь к истине, чтобы навсегда уничтожить источник проблем. В игре ты не обойдешься без сражений с хитрыми противниками, которые развернутся в пошаговом формате, требуя от тебя не только оружия, но и тактического мышления. Визуальная составляющая игры поражает своим уровнем проработки, предлагая множество впечатляющих локаций с реалистичными эффектами, погружая тебя в захватывающую атмосферу этого мрачного мира. The Last Spell – это стратегическая ролевая игра, действие которой происходит в мире, погруженном в хаос войны. Не так давно королевство процветало, и люди могли рассчитывать на то, что их король защитит границы от внешних врагов. Однако изнутри возникла проблема, когда представители нескольких княжеств боролись за власть. Жители разделились и стали заклятыми врагами. В течение нескольких дней город лежал в руинах. Миру нужен герой, который восстановит закон и порядок. Вы видите ужасы, которые трудно представить в кошмарном сне. Люди умирают от голода, а враждующие армии сжигают дотла целые районы. Наряду с людьми здесь обитают монстры, которых можно победить только с помощью древней магии. К счастью, у вас есть арсенал, полный секретных приемов, известных только волшебникам. Исследуйте королевство и взаимодействуйте с его жителями. Восстанавливайте разрушенные здания, чтобы у людей была крыша над головой, а также сражайтесь с монстрами и мародерами без пощады. Inkbound – это игровой проект, который выполнен в стилистике рогалика с элементами RPG. Пользователь отправится путешествовать в выдуманную страну под названием Афинеум. Именно здесь проживают абсолютно все истории, которые были написаны человечеством когда-либо. Однако размеренная жизнь заканчивается, некая таинственная сила уничтожает историю одну за другой. Таким образом уничтожаются и написанные миры. Игрок берет под свой контроль главного персонажа, который готов ринуться в бой, чтобы противостоять противникам и вернуть спокойную жизнь в Афинеум. Именно здесь геймер может с головой погрузиться в действительно красивую, живописную и разнообразную вселенную. Локации достаточно сильно отличаются друг от друга. По этой причине придется путешествовать не только по светлым локациям, но и мрачным подземельям. Поиск причины разрушения сопровождается целыми армиями противников, которые готовы убить главного персонажа в любую секунду. Именно по этой причине придется постоянно отстреливать противников. Со временем можно заметить, как сложность возрастает и появляются очень мощные боссы. На самом деле, спасение Афинеума – это действительно сложный процесс. Revival Recolonization – пошаговая тактическая стратегия глобального плана, которая предлагает взять под свой контроль выживших людей и постараться помочь им вернуть былое величие для всей планеты. Дело в том, что на просторах одной планеты произошел самый настоящий апокалипсис, который принес массовое разрушение и неопределенное будущее. Теперь люди намереваются взять судьбу в свои руки и постараться изменить все окружение. Но, как это часто бывает, человеческая сущность берет верх, и без войны не обойтись. Поэтому предстоит бороться за свою цивилизацию, которая должна стать истоком новой жизни. Первоначально стоит понимать, что каждое общество из списка имеет свои нюансы. Кто-то хорошо владеет знаниями военного дела, кто-то может менять окружение, а некоторые и вовсе способны управлять природой посредством религиозных вышек. Все это становится основанием для принятого времяпрепровождения и возможности реализовать свой потенциал. Главное, внимательно изучи все достойные особенности и просто постарайся достичь успеха. Да, будет сложно, но тем не менее это единственная возможность возродить любимый мир. Shogunus – это захватывающее воплощение стратегии, многогранное в плане развлечений, в котором перед нами открывается альтернативное будущее. В тени городских небоскребов раскрывается мрачное обилие – городок, поглощенный властью могучных корпораций. А на вершине пирамиды развлечений восседает безумное и мрачное реалити-шоу. В этом нелегком мире мы взлетаем на крыльях смелости и стойкости, воплощаясь в образе смелой девушки, зарывающейся в самые тайные уголки антагонической системы. В ее сердце жажда возмездия, стремление сбросить цепи жесткости и проложить путь к светлому и безопасному завтра. Решиться на такое путешествие – это подвергнуть себя беспощадным испытаниям. Для того, чтобы стать непреклонным
оппонентом корпорации ты должен непрерывно совершенствовать свои навыки и укреплять свою мощь, ибо опасности поджидают на каждом шагу. Твоя миссия подразумевает столкновение с врагами, настойчиво стремящимися тебя уничтожить. Высокие стены будут требовать перескоков и силовых рывков, а коварные оппоненты будут способствовать лишь бесконечной борьбе. Путешествие через этот мрак и зло не обходится без раскрытия запутанных головоломок, где шахматный ход становится ключом к разгадке. Требуется сообразительность и умственное напряжение, чтобы встроиться в эту деформированную реальность и изменить ее на свое усмотрение. Front Mission First Remake – это смесь пошаговой стратегии и классической ролевой игры, где нам предстоит управлять огромными боевыми машинами, которые столкнулись в грандиозной схватке за будущее нашей планеты. В 2090 году все мировые войны ведутся с помощью использования вангеров – огромных механизмов, обладающих разрушительной мощностью. Вам предстоит взглянуть на развернувшийся конфликт между Океанским Союзом и Соединенными Штатами Нового Континента. Возьмите на себя роль управления Ройдом Клайвом, который вместе со своим отрядом попадает в западню на острове Хаффман. Вам предстоит раскрыть цепочку катастрофических событий и выяснить, кто стоял во главе заговора, а вместе с тем взглянуть на ситуацию от лица двух противостоящих армий. Сюжетная кампания Front Mission приятно удивляет своим разнообразием за счет динамичного повествования, а также не только обязательных миссий, но и второстепенных тоже. Настраиваемый уровень сложности позволит подобрать испытания под свои навыки, чтобы от игрового процесса получили наслаждение не только профессионалы, но и новички. Боевая система в меру сложная, но подробное обучение позволит избежать трудностей. Всего в игре встречается несколько десятков юнитов, и каждый из них по-своему уникален. Вам предстоит искать сильные и слабые стороны противников, разрабатывать план по захвату контрольной точки, а также принимать участие в десятках битвах, где победа зависит далеко не от количества армий. Darkness Dungeon 2 – продолжение первой части игры, разработанной в жанре RPG, которая обрела высокую популярность в 2016 году и вновь готова порадовать нас чередой невероятных приключений. Нам предлагают окунуться в мрачную, держащую в напряжении атмосферу, которая подготовила немало сюрпризов и испытаний. Отправляйся на исследование окружающего мира, посещай многочисленные локации, где ты сумеешь раздобыть ценные ресурсы. Сосредоточь свое внимание на развитии боевых характеристик главного героя, который позволяет устранить любого, даже самого сильного оппонента. Линия сюжета же расскажет нам об апокалипсисе, который очень сильно исказил весь мир, и теперь нам предстоит пройти непростой путь, чтобы разобраться в произошедшем. Изучая окружение, раскрывая покрытые пеленой мрака тайны, борись с голодом, стрессом и болезнями, а также срази наповал всех, кто посмеет стать на твоем пути. Что касается визуального исполнения, то оно порадует крутой рисовкой и мрачной атмосферой, а все это в свою очередь здорово дополняет звуковые эффекты. Olympus Company предлагает разнообразный состав грешников, каждый из которых обладает своими уникальными умениями и достоинствами. В роли исполнительного директора вы должны стратегически правильно подобрать членов своей команды и их навыки, чтобы преодолеть трудности, возникающие на постоянно развивающемся предприятии корпорации Лоботомия. Этот аспект управления командой придает геймплею дополнительную глубину и сложность, поскольку необходимо учитывать как индивидуальные способности грешников, так и их взаимодействие в команде. Сюжет разворачивается в увлекательных повествовательных эпизодах, знакомящих с таинственным сеттингом Olympus Company и загадочными золотыми ветвями. Эти сюжетные элементы ограниченно вписываются в геймплей, еще больше погружая вас в интригующий сценарий. По мере прохождения тайтла вы будете открывать новые объекты корпорации, каждый из которых будет представлять собой отдельный набор головоломок и противников. Вам придется испытать свои способности, разрабатывая стратегию и адаптируясь к постоянно меняющимся условиям. Динамичная боевая система, сочетающая в себе пошаговые элементы и элементы реального времени, делает геймплей свежим и захватывающим, не позволяя двум столкновениям быть одинаковыми. Сочетание стратегии, сюжета и уникальной боевой механики делает геймплей увлекательным и интересным. Если вы любитель тактических RPG или просто ищете игру с интересным сценарием, то этому тайтлу есть что вам предложить. Jagged Alliance 3 – отличное продолжение популярной серии, сохраняющее традиции поклонников и неповторимую атмосферу. Сюжет переносит вас в вымышленную страну под названием Grand Chain, где царит хаос после исчезновения избранного президента. После этого инцидента к власти пришла военная группировка и установила свою диктатуру. Семья пропавшего президента пытается остановить растущий террор, но должна найти законного правителя, чтобы организовать сопротивление. Для этого они обращаются к могущественной корпорации Adonis, которая снабжает страну элитной группой профессиональных наемников. Этот отряд должен найти правителя и помочь ему восстановить порядок. У вас же есть возможность собрать свой собственный отряд наемников, бойцы которого будут обладать уникальным набором навыков и способностей, что позволит вам выбрать свою индивидуальную тактику ведения боевых действий. Вместе с бойцами вы будете исследовать страну, разговаривать с другими людьми и получать от них нужную информацию. При необходимости у вас будет возможность расширить свой отряд. В какой-то момент вам придется вступить в бой, от исхода которого будет зависеть стабильность и процветание всей нации.
Age of Wonders 4 – это продолжение очень популярной игры в жанре стратегической ролевой игры. Игра перенесет нас в захватывающую фантастическую вселенную, где мы сможем играть важную роль – роль лидера, чья задача заключается в том, чтобы привести свой народ к процветанию. С самого начала ты создаешь уникальную расу и будешь стремиться развивать ее в лучшую сторону. Как лидер, ты будешь улучшать свои профессиональные навыки, так как каждый уровень игры становится все сложнее. Во время игры тебе предстоит сражаться с различными противниками, так как завоевание территории является одной из основных целей игры. Для этого важно проявлять свои стратегические способности, тактику и смекалку. Кроме того, необходимо следить за экономикой и учитывать желания горожан, чтобы обеспечить комфорт и безопасность их жизни. Но одним из главных достоинств игры является ее визуальное исполнение, которое наделено красивыми эффектами, яркими цветами и реалистичностью. Вот и практически закончилось мое видео про 10 пошаговых стратегий на ПК. Надеюсь, что вы нашли для себя что-то интересное и узнали что-то новое. Помните, что стратегические игры требуют неспешности, терпения и аналитического мышления. Так что не бойтесь экспериментировать и пробовать новые стратегии. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями и рекомендациями в комментариях ниже. Спасибо за просмотр и до новых встреч на моем канале.